Я Луговой Вячеслав Борисович, 11.12.87 года рождения, Иркутская область, город Зима, с подразделения «Шторм», 5-я танковая. Нахожусь на СВО уже 2 месяца. Народ нас здесь не жаждет видеть, местные обманывает начальство, что надо, тут ждут с цветами, все такое, этого здесь ничего нету. Командиры нас кидают в мясорубку, сами не воюя, просто отправляют на верную смерть. Хотел бы вот обратиться к народу, что не надо ехать сюда воевать. Украина пусть сами разбираются, а то, что это пропаганда нам там доводят, объясняют, что надо ехать, это не наша война. Хозяева здесь местные, нечего нам здесь делать. Ну, а так вот, нахожусь в плену, ранен, медицинская помощь оказывается, не бьют, ничего такого нету.